Всем привет, с вами Мила, и мы продолжаем Хогвартс. Вот по этому заданию пойдем. Запутанная паутина. Поглядим, что за задание. Уже думала, пойдем по основному, но нет. Еще доп. Задания появляются. Ну а что? Надо делать сначала доп. Задания. Я так привыкла. Сначала с доп. Заданиями разбираться, потом все остальное. Потом все остальное. Так. Это что, сюда? В таверну. Простите, сэр, вы в порядке? Не особо, но зачем ученикам знать о моих невзгодах? Я прям такое чувствую, но я более чем в состоянии вам помочь. Сомневаюсь. Кстати, меня зовут Криспин Данн, я торгую в окрестных деревеньках, большей частью в Араншире. Славная деревушка с роскошными садами, роскошными. Совсем недавно ежедневно пророки писали про наши живописные изгороди. А вообще-то, прежде чем я продолжу, позвольте спросить, вы боитесь пауков? Нет, ну в смысле, нет, ну как бы да, нет. Пауков я вовсе не боюсь, вы бы удивились, если бы знали, сколько их мне удалось убить. Повезло вам, дело в том, что эта деревня буквально кишит ими, я никогда не видел таких злющих пауков. Я переживаю за своих покупателей, но, судя по всему, большинству жителей удалось укрыться. А вот судьба моей подруги Мэри меня беспокоит, от нее не было вести, я боюсь, что она не смогла выбраться из дома. Это можно понять, но почему вы сами ее не навестите? Я бы так и сделал, но и до смерти боюсь этих восьминогих тварей, я в отличие от вас, у меня побороть этот страх не вышло. Не знаю, что делать, как думать, кто мог бы помочь Мэри? Откуда вообще ворошили столько пауков? Если честно, понятия не имею. В жизни столько пауков не видел. Как будто кто-то разводит. Они опутали всю деревню паутиной. Мне едва удалось выбраться. Но Мэри всегда умела ладить с пауками, поэтому меня тревожит, что она не дала о себе знать. Почему вы не можете справиться со страхом перед пауками? Как-то раз еще в детстве за мной погнались местные хулиганы. Я спрятался от них в дупле дерева. Но через пару мгновений меня всего облепили пауки. Видимо, там у них было гнездо. Я оцепенел от ужаса и не знал, что делать, ведь в дупле были пауки, а снаружи волшебники. Не знаю, сколько я там просидел, казалось, что целую вечность. И меня до сих пор от воспоминаний мурашки по коже. Почему вы не обратились за помощью в министерство? Я обратился, стучался во все двери, дошел аж до самого дырявого носа, то есть министра Спевина. Похоже, они заняты Мерлин знает чем. Жители деревушки неоткуда ждать помощи. Сделаю все, что смогу, мистер Данн. Уж пожалуйста, если найдете кого-нибудь, кто отважится помочь, буду вам благодарен. Да я сам. Раньше находится к юго-востоку от Хогсмида, сразу же с дорожной станцией. Да, знаем, мы там бывали. Так, ну пойдем, запутанная паутина сделаем. Че, может полетим? А, здесь летать нельзя, блин. Здесь летать-то нельзя. А что у нас здесь осталось-то, кстати? В Хогсмиде. Два сундука и две демимаски. Интересно. Где это все находится? Особенно демимаски. Особенно демимаски. Возможно, где-то я еще тут не открыла этот. Если на эти местечки. Угу. Так, можно взлететь? Заодно поглядим, может мы что-то здесь пропустили, мало ли. Вон там, например, пещера. Подожди, или это она где? Вообще-то я здесь вроде бы все зачищала. Где тут может быть? Где тут может быть пещера? Я всегда Милка пошла по заданию. А в итоге...
Подожди-ка. Это все зачищено. Это животные. Тут мы бывали. Там зачищенный лагерь. Это я здесь все, смотрите, пропустила пещерку. Где-то здесь. Где, интересно? Где-то здесь? Так, а на карте она что не отображается? Я же в этих местах бывала. Где я тут могла пещеру пропустить? Это логово тролля. Я ее даже на карте-то не вижу. Где она здесь? Странно. Вот это что ли? Похоже. Лето. А, точно, смотри. Ну, вот видите, надо в полете, короче, ревелио делать. Слушай, я же здесь вроде была. Или не была. Так, это надо, наверное, поджечь. Поджечь все. Ой, зачем? Че? Сундук. Прикол. Как так-то? Как так я пропустила? Вот, пожалуйста. Сундучок. Вернее, этот, пещера. Пещеру пропустили. Вот видите, бывает. Поэтому надо все внимательнее. Надо именно в полете все это дело осматривать. Вот теперь вроде бы ничего такого больше здесь нет. Хотя нет, вон там еще. Еще пещера, ты что, издеваешься? Еще пещера. Так, этот лагерь зачищенный. Это я называется по заданию пошла. Так, ну этот лагерь зачищенный. А, ну это пещера уже, наверное, в месте, где я еще здесь вот плохо, наверное, осматривалась. Ну, я там бывала, но типа. Не все. Не все осматривала. Так, вон пещерка. Так, там лагерь. Вроде больше тут ничего такого нет. Что я могла не зачистить. Так, а вот этот вот... Боевую арену здесь зачищала? Да, здесь зачищена, окей. Почему на карте не отображается эта пещера? Странно. А где она? Вон она. Так, и вот там враг, типа, какой-то. Так, тут еще у нас бабочки. Где я вот здесь не была? А, немножечко сейчас давайте вместо, как обычно, в конце серии, я в начале, ладно, побегаю. В конце тогда уже не буду. Хоть мне, в принципе, уже лунные камни особо не нужны, но пусть будут. Лишние не будут. Лишние не будут. Так, а это что у нас? Это Мерлин, что ли? Что за место? Это вообще что за место? Он как-то на карте отображается? Нет. Так, подожди-ка. Возможно, здесь как раз какой-то враг там или... Или еще кто? Так, подожди, куда я вообще шла? Вообще я вот туда шла. Так. А это место никак не отображается, да? А, ну так здесь этот Мерлин уже зачищен. Это что за пещера? Возможно, мы сюда по заданию ходили или еще чего. Странно, что она не отображается на карте. Так. А это что? А, это нам надо тоже. Место для приземления, это нужно. Так. Видите, видно, я эту территорию не очень подробно. Ой. Ос-
Осматриваем. О, здесь 22 уровня эти мобы. 22 уровня. Они с одного удара просто улетают. 20 даже уровня. Где кто? Не вижу. Ваши ячейки заполнены. Да ёптить медь, как же вовремя мои ячейки заполнились, а? Я не, даже не глянула, что они у меня заполнены. Сейчас придется идти продавать. А что делать? А что делать? Придется. Так, теперь это на карте будет отображаться, да? Чтобы я уже к ней прилетела прям. Да, теперь она отображается. Ну, видите, я вот это место, видать, плохо обследовала. Как бы. Я, может, и летала здесь, но... Но не особо так. А, кстати, в этой локации мне надо убивать этого врага или кого? Я же здесь была, здесь по заданию мы были. Руины Кэрол, да? Да. Руины Кэрол мы здесь были. Так, это вообще локация как называется? Северный Хогвартс. А, ну печально известно, кровь здесь не надо. Здесь вот воздушные шары остались, получается, и все. Воздушные шары. Блин, воздушные шары. А где они тут, воздушные шары? Попробуй вот их найди тут. Так, ладно, мне нужно полететь. Распродать. Барахлишко-то. А иначе я в пещеру сейчас зайду и все, как бы. Ничего собрать не смогу. А где здесь шары-то? Я что-то их вообще тут не... А, вот они. Вижу, вижу, вижу. Хоть одну локацию мы зачистим на 100%. Ну, останется только вот та пещера, в принципе. Но она как бы получается не обязательная, что ли, но все равно надо. Надо ее все равно зачистить. Ну ты чё мимо-то пролетела? Угу. 2 из 15, ни хрена себе. Так, где-нибудь поблизости торговец есть, нет? Блин, значит торговца поблизости нет. Серьезно? Как так-то? Как так-то торговца поблизости нет? Что за местность-то такая? Непонятная. Вон там вижу торговца. Давайте туда. Так это Хогсмит, наверное, да? Какие камни? Ты о чем? Ну, вот здесь вот у нас практически все зачищено, видно. Не считаю только, может, каких-то сундуков, но это надо прям... я не знаю, если ты летаешь, они видны на мини-карте, по идее, должны. По идее, должны быть видны. О, там вот. Ну, это уже, подожди, это уже какое место сейчас? Это уже... А, ну здесь, да, здесь мы, конечно, наверное, плохо все обследовали. Там вот я вижу и Мерлина, и... Там еще какое-то задание. А, ну да, задание. Или это то задание, которое мы взяли? Да-да-да. Так, давай мы тебе продадим. Покупать мне ничего не надо. Я богатая, у меня все есть. Так, вот эти перчатки лучше моих, кстати. Единственное... А, ну да. Они лучше моих. Так, это надо будет потом разобраться, когда буду вручать комнате. Это я уже за кадром этим буду заниматься. С выручай комнаты. Блин, вроде 36 или сколько там, 40 ячеек, а заполняется что-то они как-то быстро. Не успеваешь оглянуться, как они уже заполнены.
Блин, зачем вот это на удержание продажу сделали? Ну, типа на всякий случай, если вдруг ты ошибся, не хочешь продавать, а, чтобы ты мог вовремя опомниться, одуматься и... и остановиться. Так, ладно. Я все-таки полечу ту пещерку-то залутаю, чтобы уже к той территории не возвращаться. Где это у нас было-то? Вот, вот эта пещера. Эта пещера. К ней полетели. А то сейчас опять отвлекусь, опять что-нибудь это. Начну. Я ж тот еще хомяк. Если я увижу какой-то, типа, не сделанный квест, или не собранный сундучок, или еще что-то. Все, пиши, пропало. Ну, здесь вроде бы все, вот, только кроме этой пещеры. Вроде все зачищено. Эй, ребятки, я с вами драться не хочу. I should investigate. Revelio. Lumos. А то что-то темновато, ух ты. Это что-то прямо... Какая-то гномская, прям как в Скайриме. Как там эти... гномские катакомбы-то, всякие пещеры. Там тоже всякое вот такое было. Трубы там, т.д. и т.п. Так, ладно. Это мы сделали. Это мы сделали, это мы молодцы. Это мы красавчики. Все, теперь летим по заданию. Хотя что лететь, в принципе, можно же переместиться. Ай, тут мы вроде все облетали. Облутали, облетали. Так, это мне куда вообще надо-то? Этому заданию. Араншир, араншир. Араншир, араншир. А, вот сюда. А, ну вот как раз где-то здесь тоже у нас не все зачищено. Так, сказочное место. А здесь был торговец. О, а, здрасте. Ой, так они. Они тряпочки. Ну, сильно тоже наглеть нельзя. Ой. Ай. Так, аккуратнее. Ай. Да хватит. Хватит меня бить. Да хватит же. Да. Так они еще травят, что ли? Я не пойму. Походу, да. Ай. Да, это раншир, и он как-то больно бьет. Так, подожди. Лица облегца, рад снова вас видеть. Вы не представляете, как счастлива была моя дочь, Майло, получив часы. Подожди ты. Ой, блин. Иди сюда. Фуф, так. Меню испытаний. Меню испытаний. У нас уже 97% тут. Серебряная защита от гоблинов.
Видите, все, с пауками мы все сделали, да, получается? Только мы практически все сделали. Нас осталось только победить 15 троллей, 12 печально известных врагов. Все. И испытание боя нас на 100%. Вообще норм. Вообще норм. Исследование. Все следы зачагов древней магии. Платформа для приземления. Созвездие. Секреты Хогвартса. Это, наверное, какое-нибудь задание будет, или фиг знает. Так. А, страница руководства в высокогорном районе. Ручай комната у нас. Зато у нас ручай комната уже на 100%. И страница руководства почти. Так. Думаю, это последний. Да, я тоже так думаю. Сейчас мы это все соберем. Так, здесь, наверное, репара нам пригодится. А, где у нас тут репара? Ой, репара, блин. Какой экспелиарус. Надо же починить, в конце концов, то, что сломали пауки или мы сломали. Я не знаю, кто сломал. Но починить-то надо. Так, ладно. Нам еще куда? Вот в этот дом, да, наверное? Все в паутине, офигеть просто. Просто офигеть. О, нет. У меня должна быть эта Мэри, бедняжка. Ой. А чё? Нет? А, паучает на месте, как и договаривались. Теперь ваша очередь. Скоро у меня в подвале вылупится новым его паучат. И я смогу доставить еще партию яда. Как только вы заплатите за эту, разумеется. Мэри Портман. А, так она. Если Мэри разводила их в подвале, значит, там их еще много. А, то есть она сама. Чтобы с этим покончить, мне придется уничтожить всех пауков до единого в этом подвале. А, она типа все, да? Так, в подвале. А где тут подвал? Подожди. Это явно не подвал. Это явно не подвал. Подвал там на улице, видно. Так, ну нам ее не спасти, я так полагаю, что я поджигаю, но что-то не горит. Что-то не горит, значит, нам ее не спасти. Так. Нам сюда. Даже если Мэри прям разводила здесь пауков, сейчас их тут нет. Что-то было. Это страшный звук, мне не нравится. И крысы бегают. Как-то здесь не очень приятно. Как-то здесь очень неприятно, я бы сказала. Так, там еще ниже. Ой, что такая музыка-то? Это не добро, пауки куда-то исчезли. Что такая напряжная эта музыка? Не надо так меня напрягать. Вы меня так напрягаете. Тут лестница, что-то мне не очень хочется знать, куда она ведет. Ну придется, блин, придется, а что делать? Из-за меня может ждать что, все что угодно. Ну а что сделаешь? Надо. Надо, Вася, надо. Господи, что ж так музыка-то нагнетает, а? Прям нагнетает. Катки, надо уничтожить их все, пока не стало еще хуже. Ну да, надо. Ой. У нас одна кладка. Ай-яй-яй. Не то нажала. Так, слышите вы? Собаки. Так, где там моя мандрагора? Ай, ай, на А я нажимала на А, блин. Они еще травят. Подождите вы. Задолбали. Жуткие существа. 13 коконов, серьезно? Ой. Фига она тут развела. Зачем она их разводила, блин? А, для продажи яда. Вот, все. Мы же читали письмо. Для продажи яда. Ну, блин, для продажи яда. Ну, ё-моё. Это же опасно, что трындец. Зачем так рисковать?
Все ради бабла, все ради бабла. Так, нет, нам не сюда. Ой, какая музыка напряжная. Прям напряжная, напряжная. Так, здесь открывается. Да, все, не напрягай ты меня так своими. Своими вот этими нагнетающими звуками. Прям нагнетает, прям нагнетает. Только даже потому, что они меня видят, а я их нет. Да. Есть такое. Есть такое. Так. Ай, блин. Не горишь? Какая-то странная здесь паутина, она не горит. Ну так должно быть, наверное. Так, ладно, 8 из 12, еще 4 осталось. Да хватит нагнетать, музыка, ты чё, блин? Что за такая нагнетающая в эта музыка? Так, подожди, а куда дальше-то? Дальше обратно, судя по всему. Да хватит, ты чё? Уже первый раз в пещере я такую музыку. Или у меня просто громко в наушниках? Кажется, что это. Так, а здесь случайно или это в обход надо? Нет, это в обход. Судя по всему, это надо в обход. Наверное. Хотя... Подожди-ка. Может быть в обход, а может и не в обход. Нет, в обход, все правильно. Так, еще одна осталась. Ой, здорово. Здорово, здорово. Так, это мы здесь были, что ли? Или мы здесь не были? Я уже немножко запуталась в этих катакомбах. Так, все, последнее. Да, последняя паучья кладка. Наконец-то я нашла место, где можно разводить пауков. Все это время оно было прямо у меня под носом. В буквальном смысле, почему идея с подвалом не пришла мне в голову раньше? Странно, что вообще никто этого не додумался. Мои паучки скоро вырастут совсем большими и будут давать столько шелка, что мне больше никогда не придется экономить на платьях. Моим лишением наступит конец, разве это не чудесно? Кажется, теперь я знаю, что стало с Мэри Портман. Это она разводила пауков. Так мы это уже давно выяснили. Ты чё? Мы же это уже выяснили. Ради шелка, они что, шелк плели, что ли? Странно. Так, а мы что-то, по-моему, здесь. Ой, дорога. Так, матриарха сразу. Этих тоже, чтобы не мешались. Я понимаю, урон. Ха-ха! 1000 урон, блин. А мы начинали что-то там с 15, с 20. А сейчас у нас аж 1000. Не хухры-мухры. Так, подожди. А, вот это место. То, что мы не собрали. Зимнее пальто малинового цвета. Подожди, так у нас же... А, ну оно, блин, оно короткое только что. А так-то оно прикольное, но оно, блин, короткое. Зимнее пальто малинового цвета. Вот оно. А, кстати, прикольное. Давайте в нем побегаем. В этом чуть-чуть побегали, теперь в этом побегаем. Единственное, блин, насчет шапки. Вот, вот с шапками, конечно, тут напряг. Я не знаю, какую шапку ей подобрать. Но по цвету я не подберу, блин, нормальную.
Нет тут нормальных. Либо колпак, либо шляпа, но шляпа не очень. Берет, мне кажется, больше подходит под это все безобразие. А беретов только вот такого цвета, больше никакого пока у меня нету. Ну не тюрбан же мне одевать, правильно? Или вот это, блин, ну тут даже не серьезно. Вот это тоже вроде как и зимнее, но по цвету, блин, зеленая не подходит она по цвету. Не чепчик же мне, но это тоже типа берета. Ну, мне кажется, зимой в нем будет прохладно. Это вообще для квиддича. Вообще мои очки авиатора какие-то. Нет, давайте все-таки я пока в этом берете похожу. Ничего больше, более подходящего нет. Шарфик вот можно по цвету, в принципе, поменять на что-то более подходящее. Что-то более подходящее. Давай вот такой. Вот это вот более-менее на зимнее похоже. Единственное, было бы оно еще подлиннее, ну ладно. Ладно, так. Все здесь мы изучили. Вроде как. На выход пошли. Какое место оно малиновое, оно же красное. Ой, опять, ты что, серьезно? Паук по прозвищу Ненасытный. Фина. А я что, не попала по пауку? По прозвищу Ненасытный. Ой, ой. Вот снится кошмары, да. Да ладно, ты же не боишься пауков. Типа. Ты ж типа не боишься паучков. Тем более маленьких. Мы же маленькие. Еще? Все. Вроде бы все. Ну, блин, мы уже врагов разносим. Глобусы добавлено. Ну, это, наверное, для нашей вручей комнаты. Для нашей вручей комнаты. Темный шарф с узором пустыни. Так. Все, на выход. На выход. Вообще было несложно. Так правильно мы какие перекачанные уже сюда пришли. Мы сюда... Задание какого уровня? Мы сюда должны были прийти раньше намного. Задание 15 уровня, блин, а мы 30... Какие? 35-е? Конечно. Перекачи пришли сюда, блин. Ну а чё, блин, я как бы делала все по порядочку. Ну, может быть, что локации зачищала как-то это. Раньше времени. Ну, почему раньше? Это же открытый мир, как бы. Куда хочешь, туда пошел, захотел, пошел по заданию дополнительному, захотел по этому. Мир зачищаешь там, по пещеркам ходишь и так далее. Поэтому тут такое дело, как бы. Так уж получилось. Так. Все, возвращаемся. Давайте посмотрим, что тут у нас поблизости. У нас тут, кстати, что-то есть поблизости. Может быть, сначала сдать задание все-таки? С виду приятное местечко, ну... Как бы да. Так, у нас тут все мы это в этой деревушке собирали. Что здесь вот в этой локе, так, здесь деревушки все собирали. В этой локе мы мало, мало что делали. Вот здесь, например, Мерлина я вижу. И паучков. Так, и что нам тут нужно делать? Закатить? Я даже, кажется, знаю, откуда. Вот. Так. Так, подожди-ка. Где-то здесь камешек должен быть. По идее. Вопрос в том, где. Вопрос в том, где. Сейчас поищем, сейчас найдем. Он должен вот сюда прикатиться.
Пауки эти еще тут напрягают. А, вот он, камешек. Так. А чё у меня... А чё у меня здесь делает вот эта вот фигня? Я ничего не поняла. У меня же здесь должно что быть? Так, подожди. Здесь у меня... Вот у меня все фиолетовые. Их 4. Я вот сюда, скорее всего, потом бомбарду поставлю. Вот сюда наверх. Пока пусть вот это. А потом бомбарда, когда появится. Ща, подожди. Hello? Вернее, не сейчас. Да, я знаю, но это уже не сейчас. Сейчас уже надо... Это уже отдельно. Это... В следующей серии будем делать. Мы уже будем в следующей серии делать. Да что ты, господи, закатись ты, шарик, ё-моё. Вот паучки. Ай, паучки, паучки. Сколько у нас уже этих мерлинов? У мерлины уже как бы особо не нужны, но я их делаю. Почему бы не сделать? Типа, для испытаний там мы их собрали, а вот дальше. А вот дальше, дальше. Так, тут у нас сундук. Тут у нас, это не зачищенное у нас получается. Лагерь, лагерь, лагерь. Лагерь не зачищенный, пойдем зачистим, чё. Вот здесь я уже не лазила, тут я уже так мимо проходила, как говорится. Пойдем, зачистим. Так, подожди. Ну и 20 уровня здесь. Вообще. Ни о чем. Вообще ни о чем. Так, кто там меня Петрификус пытался? Это ты, собака. Да хватит уже меня. Петрифик. Да хватит. Да. Напугала, ой, боюсь. Прям дрожу от страха. Так. В смысле? Это я как должна? Разрушение 1. Что-нибудь еще тут есть? Что, один сундук и все, что ли? Не верю. Не верю. Изысканный школьный плащ. Так, тут еще ребята. Здорово, ребятки. Да не того ты бьешь, ёптить медь. Так, ты что творишь, собака? Ай, больно. Да кто там еще? Сзади, со спины, нечестно так. Грязные приемчики. Рябиновый отвар в кои-то веки понадобился. Здесь вроде бы больше. Так, вот еще сундучок. В общем, вроде бы ничего тут нету. Вроде все, что можно, мы тут собрали. Так. Что еще тут поблизости есть? Поблизости вот только задание вижу. Это я уже буду делать. В следующий раз надо сейчас слетать. Сдать задание. Так, вон я вижу эту платформу. А, она уже заюзана, да? Да, она уже заюзана. Она уже заюзана. Ладно, полетели сдавать задание тогда. А чё полетели? Можно переместиться просто. Просто переместиться и все. Так. Вот новое задание у нас тут появилось.
Ну так захочешь пойти по сюжету, а хрен-то там. Так, а где нам в Хоксмиде же, да, мы брали это задание, да. В таверне мы брали. Блин, вот я опять время не засекла, но вроде... Вроде не сильно коротко должно получиться. Мистер Дан, у меня новости. Хвала Мерлину. Как-то, моя дорогая Мэри. Пала жертвой собственной жадности. Ну, по идее, правильно? Ну, а как? Так оно и есть. Так оно и есть. Это жадность. Судя по всему, бедняжка Мэри разводила пауков в собственном доме ради выгоды и сильно недооценила скорость, с которой они размножаются. О, Мэри, зачем было ввязываться в такое дело? Если ей нужны были деньги, она могла просто обратиться ко мне. Такой участи никто не заслужит, ты уж точно не Мэри. Сочувствую ваши потери, но если хорошая новость, мне удалось избавиться от пауков. Теперь вы сможете вернуться домой. Вам удалось избавиться от пауков, правда? Ох, какое облегчение. Думаю, прежде всего, я должен помочь привести деревню в порядок. Мертвых пауков бояться глупо. Так вот именно что. Уж извини, очищать деревню от мертвых пауков я не стала. Конечно, нет. Так, держать, желаю вам удачи от всего сердца. Огромное спасибо вам за помощь. Обязательно сообщу вам о том, как будут идти дела в деревне. Всегда рада помочь, когда буду в Араншире в следующий раз. Обязательно к вам зайду. За дорогую почившую Мэри. Жадность, она никогда к хорошему не приводит, поэтому... Поэтому, ладно. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока-пока.